Поплыли дальше? Да! Сейчас. Чуть-чуть весла поправлю. Зала носки, еженочно их вновь распуская. На том берегу быстротечной реки Одиссей повстречал Навсикаю. Навсикая сказала ему: «Одиссей, возвращение лишь полмера. Оставайтесь со мной, быть вдвоем веселей. Почитаем друг другу Гомера». Со страниц типографская мзда надорвав путеводные нити, и магнитною стрелкой морская звезда задрожала в грудном лабиринте, и рискнул Одиссей сделать медленный вдох, и забывшись в прекрасной атаке, опроверг каноничность сюжетных ходов. А тем временем там, на Итаке, Пенелопа плела Ариадна вниз, Ахиллесовы дыры стараясь прикрыть. Но Сизифов свой труд распуская к утру, понимала, ничто не поможет, не вернет Одиссея драконовый зуб, не убьет Одиссея горгоновый суп, не взойдет тот посев, если разве что Зевс обстоятельств пристрастную сеть не переложит. Но и Зевс был не в силах распутать любовь, так уж мир был самим им устроен. Только тот, кто от своих уничтожит богов, сможет стать настоящим героем. И приняв этот тезис за истинный дар, Одиссей наплевал на иное, лишь вдыхал семизвучный гортанный нектар в колоннадах царя Алкиноя. Даже вставки Аида не знали, чем крыть, перископ увидав Одиссееву прыть. И Олимп с этих пор стал не больше, чем хор, рабский хор на правах и на верца. Одиссей промышлял, по законам ветрил, он своими руками свой эпос творил, и, ломая покой, Прометей погонь насаждал глубоко-глубоко навсекай на сердце. Все, что было запретным со счета веков, проливалось под лунном слиянии и маячило целью для обиняков в преднамеренном любодеянии. Но судилища лопались, как пузыри, и на дно уходили по-свойски. И тогда посылали земные цари к Навсикае подземное войско. Одиссей понимал, что вверху решено изрубить золотник в золотое руно. Но средь лая охот, каждый выдох и ход он выдерживал будто экзамен. И опять ускользал, оставаясь с кем был, из циклоповых лап одноглазой судьбы, потому что решил, сколько б не было лжи, не садиться по жизни в чужие прокрустовы сани. Картонный
Парнас, и уйдут часовые халифы, и сирены морей будут петь лишь для нас, лишь про нас, ибо мифы мы мифы. Жаль, счастливая будущность только скал прошлой дерзости на настоящем, и погибнет в итоге, кто жадный искал, тот, кто выждал бездарно бряще. Эта истина пала, как камень с небес, и накрыла обоих, но мудрый Гермес через брод облаков и кулем от богов, и от звезд, разумеется, тоже, и присвоив им высший языческий сан, он согласно подземным песочным весам, чтобы жар не зачав их семейный очаг, превращал палача в начал полюбовное ложе. Так пока Пенелопа вязала носки в аллегории снов не вникая, на том берегу быстротечной реки Одиссей повстречал Навсикаю. Навсегда.